платная трасса М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, встала в пробках. Причина – нетипичная – нехватка автозаправок. «Автодор» призвал заранее заправляться и искать АЗС уже при наполовину пустом баке. Основная причина – недостаток АЗС. В связи с этим «Автодор» призвал водителей заранее заправляться перед проездкой по М-12 «Восток». Эта трасса соединяет Москву и Казань. «Автодор» посоветовал искать заправку на шоссе уже когда бак автомобиля пуст наполовину. Не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. В компании также отметили, что на заправочных станциях М-12 достаточное количество топлива. Персонал работает в усиленном режиме. О том, как организованы заправки на М-12, рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Я ездил по трассе М-12 один раз еще на исходе осени, когда она не полностью была открыта, и в декабре, когда ее полностью открыли, в тот же день, когда трассу открывал президент, и когда ее тоже инспектировал, открывал в том числе Марат Хуснуллин, мне она показалась хорошей. Понравилось ехать по ней. Уже тогда были открыты многофункциональные комплексы. Это крупные, огромные заправки, в том числе, например, Лукойл там была заправка, я помню. Новые заправки Татнефти в новом дизайне, все очень красиво. И это действительно просто крутые комплексы, потому что я вот заезжал заправляться на Лукойл, там есть все. От продажи парфюмерии и огромного детского городка до хорошего, неплохого кафе, где можно поесть. И, естественно, можно заправиться. Но таких комплексов было немного, то есть они покрывают не всю трассу, и, возможно, их количество на данный момент не покрывают те потребности, которые возникают при загрузке трассы в период отпусков и каких-то больших каникул, как вот в длинные майские праздники. Поэтому я вполне допускаю мысль, что возникают очереди. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По официальным данным, на М-12 «Восток» действуют 18 многофункциональных зон. Они расположены через каждые 50-80 километров. «Автодор» просит водителей сразу после заправки освобождать место у заправочного пистолета другим автомобилистам.